Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. С вами Людмила и канал Тартология. Сегодня у нас 26 октября, конец месяца. И время подошло делать расклад на ноябрь. Итак, дорогие, уважаемые мои тельцы, для вас расклад на ноябрь месяц с вопросом, что вас ожидает в следующем месяце. В ноябре 2019 года. Смотрим. Правосудие. Двойка посохов. Дама мечей и король посохов. Я хочу перекрыть карту правосудия, посмотреть, о чем же идет речь. Король Пентаклей. Ну что ж, ребята, значит, первое, что бросается в глаза, это ноябрь. У вас будет протекать в окружении каких-то людей. Очень большое количество людей будет вокруг вас. Причем люди, знаете, я бы не сказала, что какие-то там соседи там, или мелкие приятели, там какие-то дальние. Люди значимые, большие, в положении, уважаемые, ну вот в состоянии, то есть короли и... Причем, возможно, это даже, я бы сказала бы, это может быть не только как начальник, скажем так, это может быть еще и как отец уважаемый, ну, в общем, в возрасте, или там дядя очень такой в возрасте, дедушка, может быть, даже где-то так. Ну, смотрим, значит... Кроме того всего, что, значит, у вас будет месяц. И вот, да, и вот эти как-то, вот эти вот люди значимые, большие, они, в общем, как-то очень воздействовать будут на вас. И будем, я бы не сказала, что вот как-то очень плохо. То есть вам не придется принимать каких-то резких движений, решений, вам не придется нервничать, не придется, ну, как говорится, ожидать каких-то неприятностей. Я бы сказала, что такой вот состоятельный товарищ с деньгами, он вам даже, может быть, поможет решать какие-то вопросы, где вы были вот как-то как бы и так, и сяк было бы, вы себе так думаете, что неплохо, но вот этот товарищ, он вам как-то вот поможет и подскажет, а может быть, даже и поможет прийти к какому-то более выгодному, именно выгодному варианту. А не просто так, а вот что будет вам в этом деле как-то вот материально выгоднее, даже вот можно так сказать. Карта месяца сдает двойка посохов, то есть вот видите, как я все перекликается, то есть будете принимать решения, и действительно вы будете стоять вот как Наполеон, вот взяты уже многие, как говорится, города, места, все, и много завоеваний уже прошло, ну и еще вот казалось бы, вот, а можно остановиться, или же придется, или же еще хочется, или еще можно, вот можно так сказать, можно идти дальше завоевывать, или можно уже остановиться и довольствоваться тем, что имею. И вот этот товарищ денежный и состоятельный, он вам как бы подскажет, поможет вам принять решение идти дальше или остановиться. Но будет вот такое вот положение. Вот. Ну, в общем-то, месяц, и король посохов точно так же говорит, что там не только, если тут, если подсказывать будет и помогать товарищ состоятельный, то здесь же, как говорится, на сцену выходит и начальство какое-то тоже, вот там играет какую-то роль будет в ноябре для вас, тельцы. Ну, я бы сказала, что месяц получается неплохой.
даже очень, ну, даже хороший, и нервничать сильно не придется, но просто придется принимать, как говорится, решение, и вам в этом помогут, то есть как-то определиться. Ну что ж, кто не подписан, подписывайтесь на мой канал, оставайтесь со мной. В конце ноября будем смотреть уже на последний месяц года, декабрь. Вот, и также я еще буду начинать потихоньку делать уже годовые расклады на следующий год, на 2020 год. Так что оставайтесь со мной, следите за моими выпусками. С вами была Людмила и канал Тартология. Всем пока!